Мы продолжаем выпуск. По традиции Наурыз Караганда встретила массовыми гуляниями. На центральных улицах города для жителей шахтерской столицы развернулось яркое театрализованное шоу. Развлекали горожан звезды казахстанской эстрады. На праздничном мероприятии побывал наш корреспондент Нурила Туржан. Сегодня, несмотря на дождливую погоду, тысячи карагандинцев собрались на центральной улице города, чтобы отметить главный весенний праздник Наурыз. В свою очередь для них на площадях организованы концертные программы, спортивные состязания, а также праздничные ярмарки. Театрализованное представление в честь древнего праздника Наурыз развернулось на главной площади шахтерской столицы. Поздравить и благословить жителей и гостей города пришел сам Кызырбаба. Согласно поверьям, именно после его посещения начинается весна. Издревле мусульмане готовились к этому празднику почти целый месяц. Они заранее приводили свой дом в порядок, налаживали дружественные отношения с врагами, а также сажали деревья. И на сегодняшний день эти традиции не потеряли свое существование. Здесь, знаете, не то, что торговля, здесь витает дух праздника. Мне все понравилось. Даже хоть и такая погода, все равно, все отлично. Посмотрите, люди все счастливы, здесь с улыбками. Хоть погода дождливая, все равно народ гуляет. Все поздравляют друг друга, у всех улыбка на лицах. Великий праздник Наурыз отмечали не только в центре города, но и в каждом районе Караганды, где организаторы мероприятий радушно встречали и щедро угощали каждого. В большом праздничном мероприятии принял участие и глава области, который поздравил карагандинцев. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, осуществления всех планов и надежд, новых свершений. Пусть Наурыз принесет счастье и благополучие вам и вашим семьям, а в ваших домах царят изобилие, мир и согласие. С праздником, дорогие земляки! В праздничные дни город превратился в настоящий этноул, где расположились десятки богато украшенных юрт. В каждой из них любой желающий мог отведать наурыз кузе, а также другие национальные блюда. Гость из России, который побывал на праздничном мероприятии в шахтерской столице, рассказывает, что свой приезд в Казахстан ко дню весеннего праздника Наурыз она наметила не случайно. На праздники Наурыз в Казахстане попадаю очень редко во время отпуска, если вот по один раз была. И вот нынче, сейчас вот мы с мужем приехали специально посмотреть, прогуляться, как бы сравнить то, что происходило у нас. Мы, живя там, тоже справляли праздник Наурыз. Я являлась руководителем казахской национальной общины. Массовые гуляния продлились до позднего вечера. Как отмечают жители города, этот древний праздник уже давно стал общенародным. Потому сегодня он одинаково дорог для всех народов, проживающих в многонациональной стране. Нурила Туржан, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.